Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию супер спасибо, турбо спасибо и турбо плюс. Плюс, ребятки. Пожалуйста, ребятки, воспользуйтесь. Друзья, на телеграм-канале. Друзья, на телеграм-канале проходит розыгрыш реакции. Пожалуйста, ребятки, участвуйте. Друзья, слушаем Сайфер с моими друзьями-рэперами. Поехали, друзья. Минуту я пьюсь, за тех, что с ним люблю. Хватит, я плюс, бы на дне пищу, как брюс. Батер, я направил груз, телом он хотел знать вкус. Батлов, что добиться успехов, думай, пока худ. Справа я каждый бы туз, хрвот. Было бы на чем навариться, судя по тому, как они не будут биты. Они для своих суп зовут бэк вокалиста. Для меня рэд флаг, если ты поднимешь белый, как вы злой рэп. Побери на вымечь фэна, если не обзор май, будет кипиш фэн. Ну, классно, ребят, да? Что-то вот здесь, что он здесь со своим голосом сделал, мне кажется, он его изменил вообще кардинально. Почему? Я не знаю, он вот крайнее вот видео, последнее его. У него вообще другой голос был сейчас. Как так он Слушай, сделал? Слушай, и голос другой, что-то он изменился на внешность, да, скажи? Думаешь, он пластическую операцию сделал? Нет, он постранил, что ли? Он так-то не толстый был, да, почему что-то... Ну, как-то он... Постранил, по-моему, да? Да, он всегда страняшкой, постраняшкой. Наверное, вот именно занимается, Может, ты путаешь наверное. Его с кем-то? Он всегда был стройненький. И у него волос светлый же был, крашеный был волос. Не знаю, давай. Скажу про первого исполнителя. Отто. Отто, да, угу. Отто. Мне он очень нравится. И нравился он мне, ребятки. Он вообще обалденный профессиональный. Да, обалденный он профессионал шикарно читает рэп. Классного мне нравится. Уровня. Мне его понравился именно вот этот речитатив. Да, молодец, да. Хорошо сделал. Ну, у нас, ребятки, угу. У нас, ребятки, рэперы шикарные. Угу. Хорошие у нас рэперы, ребят. Все хорошие, молодцы. Я прямо, знаете, не хочу выделять и этот. Этот есть, конечно, у меня немножко такие вот, как... Чуть-чуть повыше фаворитики. Нет, говорить не буду, ребятки. Кто? А Мастяк после последнего батла особенно удивил. Да, он меньше всех выделывался. Да, да. И круче. Да. Ну, не то, что да, очень круто сработал. Очень круто. Меньше всех выделывался, реально. Да. И так он сработал. Да. Обалденно. Вот смотрим, пожалуйста, его. Я Вот еще раз повторюсь, ребятки. Большую роль играет голос. Тембр, голос, ребятки, все равно, что хотите говорить. А кто-то отрицает это? Нет, ну некоторые, может быть, не согласны со мной. Ну вот смотрите, как у него тембр голоса. Ну тембр классный, да, скажи. Он так читает классно, угу. Да, звонко, чисто, да? Ух ты! Ой, шикарно! Вот второй исполнитель, как он? Мастяк. Мастяк. Ну, шикарно исполнил, да? Угу, скажи. Угу. Вот шикарно. Ну, профессионал. Просто. Ну, они профессионалы. Вышел просто и сделал круто. Да, так почитал. Просто так, сделал да. круто. Прям так вкусно читал, да, скажи. Угу. Нереально. Так, слушай, извини, вот этого что-то я... Это исполнитель кто у нас? Слушай, ты знаешь, вот я тебе хочу сказать, ты вот 5 лет сидишь, да, на Ютубе. Сейчас ты скажу, такие кто вопросы это? Лучше не задавай. Кто сейчас это? Скажу, пожалуйста, кто хорошо? Так, вот он. А, ты думаешь, что ты сейчас Мастяк. Прочитаешь методом исключения, я и ты определишь, кто Нет, это? Я прочитаю же, вспомню все равно фамилию. Я фамилию не помню его, интересно. А его ты помнишь? Это вот, наверное. Кто это, дочь? Ну, Эдди Кинстон тоже, это наш ведущий. Ну, дочь, я фамилию не помню его, ну скажи.
Ну скажи, пожалуйста. Ну давай вспоминаем, мы много слушали треков. Тебе всегда нравился, нравится он. Ты всегда его хвалила. Мы батл смотрели с ним. Я не могу прочитать правильно. Скажи, вот этот? А? Кто? Вот этот? Слушай, ну извини, ну ты прямо это... Если получается это и не Отто, если это не Кинста, нет, если это не Никита Мастяк, ну конечно не же. Не Столпы, это единственное. И конечно же. Не Эдди Кинста. Слушай, логика железобетонная. Вот этот, что ли? Кто-кто? Кто? Ну скажи. Ну скажи. Мазелов. А где нам Мазелов написано? Вот. Где? Слушай, давай. Что-то хотел сказать, решил не говорить, да? Да, не буду говорить. Мазил-то вообще мне нравится. Но почему я вот фамилию его не помнила? Ладно. Ну, мы его, наверное, не часто смотрели ведь, да? Или ну, мы смотрели раз пять где-то его. Ну, я могу вот фамилию забыть. Давай. О! Вот тоже голос красивый какой, да? Такой а вот прям... Мазелов, он, знаешь, сразу привнес элемент такой, знаешь, романтичного рэпа. У него голос такой, знаешь, да, красивый, очаровательный просто. Красивый, да, красивый. Выделяется среди других. Вот он, я настолько охуенный, что здоровый. Через голос. Порог. Раз ваш батл рэп примитива, я как АМ перспективна. Если поэт, то на стиле, если ты рэпер, соси мне давай. Самому подлость загубительно, я исполняю сильно, что пиздец, я исполнитель. Ну он классно но читает, у него да? Он принес нежности в рэп, да, слушай, нежный рэп делает. Вздохи так и делает, да, красивые. Да, он делает так, знаешь, ага, как правильно сказать, вдохновенный, такой да, легкий нежный да, рэпчик. Да, да, да. Красиво. Мастер, один конечно. Из сильнейших, да, один из сильнейших, сильнейших из крутейших. Да, да. Хочу. Это батл рэпчик задело. Не обижайтесь. Залетаю на бок и тупо забираю бабок. И думал, как он валит от пота. Я потратил на это годы, сука. Батл рэпа, я сколько помню. Напомню тебе твердый стоп. На елочке без отборки. Опа, поставляю все. Новым годом. Не могу не сказать, особо на бите. Нахуй тебя и все то, что вы скажете. Каждый мой батя, это ебаный батя. Брак одно и то же, но мне это нравится. Надо заниматься, но я залетаю. Оступился один раз, и ты парень не жилец. Захотел пойти в магаз, надевать бронежилет. Когда выйдет уже новый батл, сука, тебе врежу сейчас. Выйдет как Wi-Fi, проведут бомбоубежище. Ну а пока смотри старье, скоро ограничим доступ. Заниматься батлами, видишь ли, непросто. Но это живучий до сих пор. Аккуратнее с панчами, их изучит прокурор. What the fuck? У нас все скрепно и традиционно. Не надо сыпать пеплом. Ну, мне Эдди Кинстон нравится, ребятки. Он мне как ведущий нравится. Он просто мне как вот и шоумен он нравится, кстати, ребятки. Он, кстати, знаешь, несмотря на то, что кажется, что он такой миленький ведущий, он очень жесткий рэпер. Он очень жесткий. Вообще сам по себе у него характер. Он такой, он может так сразу... Он не разговаривает. Слушай, ну все, давай, это релоуд. Да, до свидания. Он очень жесткий парень, на самом деле. Да, да, ты права. Это фейк нейросети. Так, друзья, ну это наши, ребята, рэперы. Да, правда? Наши, серьезно? Да, да, наши классные ребятки, да. Ну вот Мазелов фамилию забыл. Вот почему так я фамилию забыл, не знаю я. Или слишком много я их смотрю, да? Или я его мало смотрела? Нет, слушай, мы же смотрим просто буквально, ну, действительно, прям десятки-десятки артистов. И много каждый день новых мы смотрим. Да, может быть, поэтому... Поэтому можем забыть, фамилию, конечно. Ну, не могла я... Могла фамилию забыть, ребятки, да. Угу. Это, конечно... Извиняйте, мне... извиняйте, дядьку. Извините, ребятки, извините. Нехорошо это для меня, конечно. Ничего страшного, всё нормально. Я, во-первых, рэпер, да. Угу. Предводитель рэперов, да, батлеров.
И я... Мне стыдно, ребятки, стыдно. Стыдно, да. Ну что, ребятки, скажу, молодцы. Мои ребятки все нормально прочитали. Хорошо сделали. Рыб шикарно сделали, да. Не могу никого отдельно похвалить. Все молодцы. Все мои ребятки молодцы. Голоса у всех шикарные. Отработали по полной программе, ребятки. Шикарно. Пока, друзья.